22 метра у нас. О, гимсовский, да? Да. Не, на самом деле море от воздуха. Там, кстати, есть пещерка слева. Люди какие-то вроде сидят. Да, вот там ребята отдыхают. Как спускаться? Где-то вот здесь есть спуск. Ну и вон там можно еще спуститься чуть дальше. И, в общем-то, тут достаточно нормальная глубина. Можно даже стоять. Осенью вода опустится, будет ниже. А зимой здесь большие волны. Вода очень чистая, красивая. Утром на солнышке она будет изумрудная.